Всемирный банк озвучил прогноз. В ближайшее время еще до миллиона граждан Казахстана могут оказаться ниже черты бедности. Тем временем с 1 августа в Казахстане вводится новый способ подсчета заболеваний пневмонией и коронавирусом. Врачи рискуют остаться без обещанных выплат. Если у медицинского работника не стоит отчитание коронавируса, а стоит пневмония, никаких оснований у этого медицинского работника получить выплату уже нет. Врачи и волонтеры утверждают, что аврал в коронавирусных отделениях Бишкека понемногу снижается. Проверить, так ли это, решила Джибек Бегалиева. Она отправилась в красную зону, в один из дневных стационаров. Вот там люди ожидают своей очереди, далее они следуют к врачам, там измеряют сатурацию, давление, смотрят снимки, если они есть, и потом уже по показаниям они отправляются на процедуры. Два крупнейших из обанкротившихся банков Таджикистана сегодня должны были полностью рассчитаться со своими клиентами, однако этого не произошло. Как вкладчики пытаются вернуть свои деньги, наш репортаж из Душанбе. Я поверил президенту Таджикистана, я все, что было нажито родителями, я продал и вложил в Тачпромбанк. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Коронавирус болезненно бьет по экономике Казахстана. Уже в этом году ряды граждан, находящихся за чертой бедности, могут пополнить еще 800 тысяч человек. Такой плачевный сценарий озвучили во Всемирном банке. Согласно этому анализу, ВВП страны впервые с конца 90-х сократится на 3%. Подробности узнаем у нашего корреспондента в Нур-Султане Ернура Дожанова. Он с нами на прямой связи. Ернур, приветствую. Как выбираться из этого кризиса Казахстану? Что рекомендует Всемирный банк? Шавкат, приветствую тебя. Рекомендации определенные есть, о них чуть попозже. Для начала расскажу о последствиях кризиса. Согласно экономическому докладу Всемирного банка, ВВП Казахстана сократится в этом году на 3%, как ты сказал. По этим показателям страна откатится к далеким 90-м. Эксперты констатируют, в стране существенно замедлилась экономическая активность. Потребительский спрос среди населения падает. Замедляется и рост инвестиций. Слабый спрос и цены на нефть, а также затяжная пандемия представляют серьезные риски для экономических перспектив Казахстана и росту неравенства среди населения. Из-за кризиса уровень бедности может увеличиться в текущем году с прогнозируемых 8,3% до 12,7%. Это значит, дополнительно к тем 2 миллионам гражданам, которые уже живут за чертой бедности, прибавится еще 800 тысяч казахстанцев. Всемирный банк советует властям страны пересмотреть расходы и помогать усиленно бедным и уязвимым слоям населения. Также уделить внимание защите производственных активов и ускорить экономические реформы. Сильнее всего, как утверждают во Всемирном банке, кризис ударит по развитию человеческого капитала. Уровень потерь в образовании и обучении вследствие COVID-19 будет оказывать влияние на экономику на протяжении десятилетий. Это влияние оценивается в 2,9%, что приведет к общему экономическому ущербу на сумму до 1,9 миллиарда долларов в год. Необходимо уделить первоочередное внимание образованию и развитию навыков, увеличению финансирования сферы образования, восстановлению обучения для учащихся, которые больше всего потеряли во время пандемии. Ернур, власти Казахстана говорят о смягчении карантина. Своевременно ли это и какова вообще эпидобстановка в стране? Да, Шавкат, вот в Минздраве говорят, что разрабатывают план по ослаблению карантина. Будет это поэтапно и зависит все, конечно же, от эпидобстановки. Сейчас в стране ситуация с коронавирусом, как заверяют в ведомстве, стабилизировалась. В день регистрируют по 1600-1700 инфицированных. Также в Минздраве рассказали, что в статистику по COVID-19 не собираются включать выявленные до 1 августа случаи пневмонии. Речь идет о 234 тысячах заболевших с начала года. Их, как выяснилось, укажут в отдельном списке. А вот уже начиная с начала августа, у кого обнаружат пневмонию, тех уже намерены включать в общую статистику. Вот такая забавная арифметика от Министерства здравоохранения. Отмечу, на данный момент количество заразившихся COVID-19 в стране достигло почти 77 тысяч. Показатель репродуктивности он должен быть меньше одного. И показатель занятости коек в три этапа меняется. От 70, первый этап 70%, второй этап меньше 50% и третий этап меньше 30%. То есть в зависимости от того, как эти показатели будут достигнуты, будет проводиться и смягчение карантинных мер. Естественно, если эти показатели будут ухудшаться, то тогда будет рассматриваться необходимость введения или ужесточения карантинных мер. Спасибо. На прямой связи из Нур-Султана был наш корреспондент Ернур Дожанов.
Ну и как рассказал Ернур, с 1 августа в Казахстане учет случаев пневмонии будут вести по-новому. Прежде всего регистрировать начнут только новые диагнозы. Предыдущие 234 тысячи случаев пневмонии учитывать не будут. Об этом рассказал министр здравоохранения Алексей Цой. Возникает резонный вопрос. Получат ли медики, заболевшие пневмонией, обещанную компенсацию? В теме разбиралась Шолпан Разбекова. Первый случай коронавирусной пневмонии в Казахстане зарегистрируют только 1 августа. Это означает, что зарегистрированные до августа 234 187 случаев пневмонии в новую статистику просто не войдут. Мы будем показывать коронавирусную, выявленную официально по результатам тестирования данные, плюс мы будем показывать отдельно еще пневмонии, которые имеют схожие признаки с коронавирусом, да? Но сейчас же, наверное, в том числе и летальность. Но сейчас, вот, как я вам говорил, у нас есть общие цифры, вот я вам сказал по пневмониям, общие цифры, которые имеют смешанный характер, да? То есть мы там все виды пневмонии видим. Да? А реально цифры выделить сейчас на данный момент невозможно. Именно поэтому сейчас снова остро встает вопрос о выплате страховки медикам, которые заразились пневмонией. Ранее Цой уже прокомментировал эту ситуацию и отметил, что с юридической точки зрения выплатить переболевшим врачам и медсестрам страховку в 2 миллиона тенге невозможно. В документе говорится конкретно о COVID-19, а не о пневмонии. Чиновники не хотят учитывать мнение ВОЗ, что неизвестная пневмония в Казахстане и есть коронавирусная инфекция, но неверно диагностированная. В то, что с 1 августа ситуация может измениться, не верит и врач Каиргали Канеев. Сначала говорили, всем заразившимся коронавирусной инфекцией мы выплатим 2 миллиона тенге. А потом вдруг начали говорить, а нет, не всем заразившимся мы выплатим. Теперь уже получается, если у медицинского работника не стоит отчитание тяжести коронавируса, а стоит пневмония, то никаких оснований у этого медицинского работника получить выплату уже нет. Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова в телефонном разговоре отметила, что точка в вопросе с выплатой страховки окончательно пока не поставлена. Ведомство ищет дополнительное финансирование. Почему? Он же сказал, что сейчас прорабатывается этот вопрос, так как требует дополнительного финансирования. Однако медики в очередное обещание верят слабо, поэтому в случае невыплаты страховки переболевшим пневмонией от врачей на Минздрав, скорее всего, будет подан коллективный иск в суд. Иллюзии не надо испытывать, никак. Мы в Казахстане все эти суды проиграем. Но нам необходимо будет пройти все эти пути, все суды, все инстанции в Казахстане мы должны пройти, для того, чтобы на международном уровне доказать, что ущемляется правами. Да, и чтобы, может быть, международный суд вынести это на международный суд. Напомню, в Шымкенте родные умерших от пневмонии медиков скорой помощи так и не смогли получить страховку в размере 10 миллионов тенге. Это чуть более 20 тысяч долларов. Местные исполнительные органы вручили этим семьям по миллиону тенге и отметили, что это их личная инициатива. Между тем, Каиргали Канеев призывает медиков с подобной ситуацией присоединиться к их коллективному иску против Минздрава. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард, «Настоящее время. Азия. Казахстан». В Туркменистане из-за нехватки наличности у банкоматов выстраиваются огромные очереди. Часто возникают ссоры и даже драки. В результате одного такого конфликта в Лебабской области погибла женщина. Радио «Азатлык» сообщает, что инцидент произошел в Фирабском районе. Когда банкоматы заправили деньгами, в очередях возникла подтасовка, во время которой десятки дерущихся людей просто растоптали упавшую на землю 65-летнюю женщину. Она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание. А власти проблему нехватки наличности решили просто. Они демонтировали многие банкоматы в Ашхабаде. На некоторых улицах их уже убрали. Деньги можно обналичивать только в офисах банков. А тем временем государственные телеканалы Туркменистана, как обычно, о проблемах людей не говорят, зато рассказывают об отпуске президента Гурбангулы Бердымухамедова. Госсми рассказали о замечательной прогулке аркадага с алабаем. Это среднеазиатская порода собак. Президент прогулялся со своим питомцем в предгорьях Копидага. В репортаже сообщили, что выгул алабаев в горных ущельях способствует укреплению породистых качеств этих собак. В сюжете подчеркнули, что Туркменистану, помимо конкурса красоты ахалтекинских коней, надо бы еще организовать международный конкурс, раскрывающий умения, уникальные качества и отличительные черты алабаев. В Кыргызстане уже более 2500 медработников заразились COVID-19. На помощь в страну приехала уже вторая группа врачей из России. Власти тем временем не признают, что за последнюю неделю Кыргызстан стал мировым лидером по количеству смертей от коронавируса. Озвученную New York Times статистику называют мнимой вспышкой.
О самых последних новостях поговорим с нашим корреспондентом Дарьей Тимофеевой. Даш, привет. Так почему, по мнению Минздрава Кыргызстана, статистика «Нью-Йорк Таймс» некорректна? Расскажи. Привет, Шавкат. Ну, в правительстве говорят, что все дело в недавнем объединении статистики по коронавирусу и внебольничной пневмонии. Якобы это сыграло свою роль, а реальной вспышки и какого-то серьезного скачка ни по уровню смертности, ни по уровню заболеваемости коронавирусом в стране не происходило. Чиновники предлагают подождать буквально неделю, посмотреть ту же статистику New York Times, и тогда мы вот увидим, что вспышка была мнимой. О чем не спорит никто в стране, так то, что в республике острый дефицит медиков, уже более 2500 врачей заразились коронавирусом, и сейчас возвращаются как медработники кыргызстанцы из разных стран, так и второй десант коллег из России также сегодня прилетел в Кыргызстан. Врачи будут работать здесь около месяца и готовы даже трудиться в красной зоне. Еще один интересный факт – это то, что хоть и с каким-то опозданием, но руководство страны спохватилось, и сейчас и премьер, и президент говорят об острой необходимости срочно строить новые больницы и стационары. Также они планируют задействовать все простаивающие в регионах здания под медучреждения и усилить контроль уже в ныне действующих стационарах. По информации за вчера, в республике есть 848 дневных и ночных стационаров. В кратчайшие сроки нужно усилить соблюдение санитарных норм, чтобы не увеличивались заражения. Даша, вообще какое настроение в кыргызстанском обществе? Еще совсем недавно царила паника, недовольство. А что сейчас происходит? Ну вот на этой неделе появилось несколько сразу ряд обнадеживающих заявлений. Одно из них было сделано сегодня. Говорится о том, что вот, к примеру, в скорой, бишкекской скорой помощи в разы снизилось количество обращений. Обстановка немного становится спокойнее, нет уже таких больших очередей ни в больницах, ни в аптеках, но зато на смену в соцсетях пришли фейки и куча конспирологических теорий. Так люди говорят, что сейчас кыргызстанцы умирают не от вируса, а умирают от того, что проходит дезинфекция улиц в Бишкеке. Вот с такими слухами уже пытаются бороться на правительственном уровне. Начинают обмениваться этим в социальных сетях с предположениями о том, что там разбрасываются какие-то химикаты, либо проводятся какие-то санитарные нормы. Я призываю всех не верить такой информации. Ни с одного летательного аппарата в Кыргызстане такие работы не проводятся. Спасибо, Дарья Тимофеева была с нами на прямой связи. А в Бишкеке родственникам по ошибке выдали тело другого человека. Обнаружить ошибку удалось после того, как был вскрыт вакуумный пакет, в который по регламенту заворачивают тела умерших от COVID-19. Называть больницу, в которой случилась такая ошибка, родственники отказываются. Говорят, не хотят, чтобы у медиков были неприятности. С начала июля врачи Кыргызстана работали в авральном режиме. Но в последние дни количество заболевших пошло на спад. Проверить, так ли это, решил Джибек Бегалиева. Она отправилась в красную зону в один из дневных стационаров Бишкека. Советский дворец спорта в Бишкеке на время пандемии превратился в огромный полевой госпиталь. Чтобы попасть внутрь, надо пройти регистрацию и дезинфицирующий туннель. Я сразу поясню, что мы не в средствах индивидуальной защиты, потому что мы контактные лица. В один из таких дневных стационаров мы возим нашу маму на капельницы. Я расскажу, как здесь вот проходит процедура приема пациентов. Вот там люди ожидают своей очереди, далее они следуют к врачам, там измеряют сатурацию, давление, смотрят снимки, если они есть. И потом уже по показаниям они отправляются на процедуры. Вот тут вот написано «капельницы» и уколы вот туда вот за ширмочки. На месте, где когда-то проходили главные спортивные поединки, теперь борьбу ведут медики. 150 коек развернули здесь всего за одну ночь в начале июля. Первые дни врачи свою работу сравнивали со службой в настоящем военном госпитале. Мы так не сидели. Даже минуты покоя не было. Когда даже приходили за интервью, я им говорила, нет, я не могу. Мы даже куда-нибудь фиксировать, регистрировать не успевали. Мне так казалось, что это было как в годы войны. Как вот в фильмах, когда-то мы смотрели, вот такие моменты были. Майрам отвечает в госпитале за самых тяжелых пациентов. Вот и сейчас ее срочно зовут к задыхающейся женщине. Мне очень было страшно. Мне было страшно в том плане, как будто я не в том мире, не туда попала. Я никогда даже не то что представляла, я даже подумать не могла. Мне во сне не снилось, что я попаду в такую ситуацию, я окажусь в такой среде.
За первые сутки работы только в этот дневной стационар обратились больше 1000 человек. Сегодня эта цифра уменьшилась в 3 раза. Все эти дни санитарам, медсестрам и врачам помогают волонтеры. Айбек пришел во дворец спорта, как только услышал про создание дневного госпиталя. Во-первых, это гражданский долг. Также я не мог сидеть дома. Когда вот хоть как-то я решил помочь, да, хоть чем-то помогаю. До пандемии Айбек собирал мебель, ходил на рыбалку и в горы, но все осталось в прежней нормальной жизни. Теперь он словно живет здесь с 8 до 8 с короткими перерывами на обед и туалет, между которыми он бесконечно меняет одноразовые простыни, собирает и выкидывает мусор. В последние дни всем, кто работает здесь, стало намного легче, хотя бы потому, что в дневных стационарах Бишкека перестали умирать люди. Но в обычных больницах, которые все еще переполнены, каждый день от COVID-19 умирает примерно по 40 человек. Медики из-за больших нагрузок даже путают тела умерших. О том, как накануне ее семье выдали тело совершенно другого человека, нам рассказала журналист Айда Эргибаева. Так как есть определенный регламент, и тела должны выдавать в черных пакетах, и ты просто их забираешь и сразу хоронишь в тот же день, бывают вот такие факты. Дома пакет скрыли, потому что все равно болели вместе с этим человеком, знали, что это другой человек. Слава Богу, тело нашего родственника никому не выдали. И до конца дня мои родные успели привезти тело неизвестного и забрать родственника. Но винить Минздрав и тем более медиков, которые работают на пределе своих возможностей, Айда не собирается. В ее семье лишь просят пересмотреть регламент выдачи тел людей, умерших от коронавируса. Говорит, сейчас не время предъявлять претензии врачам, которые продолжают рисковать здоровьем и жизнью. Из 2500 медиков Кыргызстана, заразившихся COVID-19, обещанной компенсации еще не получил никто. Жубек Бегалиев, Азат Нутумаков. Настоящее время. Азия. Бишкек. Кыргызстан. Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 15 миллионов человек. За минувшие сутки был установлен рекорд по числу новых случаев. Диагноз подтвердили почти 280 тысяч человек. Во Всемирной организации здравоохранения говорят о росте заболеваемости в Европе. Одна из причин – завозные случаи. Специалисты ВОЗ связывают ситуацию со смягчением или отменой карантина, поэтому ВОЗ в очередной раз предупредили об опасности второй волны эпидемии. Всего коронавирус подтвержден почти 800 тысяч человек. Смотрите далее в нашей программе. Два крупнейших из обанкротившихся банков Таджикистана сегодня должны были полностью рассчитаться со своими клиентами. Однако этого не произошло. Как вкладчики пытаются вернуть свои деньги, наш репортаж из Душанбе. Я поверил в президента Таджикистана. Я все, что было нажито родителями, я продал и вложил в Тачпромбанк. Кыргызстанцы, которые призывали наказывать в России девушек-кыргызок за встречи с мужчинами других национальностей, отказались от своих слов. Представительство МВД Кыргызстана в России установило личности двух молодых людей, которые сделали скандальное видеообращение. Ими оказались уроженцы Чуйской области, одному 28 лет, другому 24. С ними провели разъяснительную работу. Сотрудник представительства МВД Нурлан Джамбаев разместил в Фейсбуке видео с объяснениями одного из мужчин. При этом пресс-служба МВД отметила, что молодые люди извинились, хотя на видео они этого не делают. Нужно это прекратить, честно говоря. Если прольется кровь, это приведет к плохим вещам. В данный момент я сижу в МВД, и с меня идет спрос. Нужно это остановить, джигиты. Я напомню, на днях в соцсетях появились кадры обращения молодых кыргызстанских националистов к соотечественникам в России. Они хотели привлечь внимание к острой, на их взгляд, проблеме. Парни раздают указания, говоря, что нужно все записывать на видео и делиться в группе в мессенджере. Если увидите кыргызскую девушку с каким-нибудь иностранцем, сразу предупредите ее. После двух предупреждений ее накажем жестко. Может, так они поймут. Кыргызские девушки с этими развлекаются в ночных клубах. Они вот так кормят свои семьи. Молодые кыргызстанцы на родине, но в основном за рубежом, уже устраивали подобную травлю соотечественниц, избивали, угрожали и даже насиловали. Сами себя такие борцы за нравственность именуют кыргызскими патриотами. Пандемия коронавируса и карантинные меры в России ударили по денежным переводам в Таджикистан. Их объем за первое полугодие сократился почти на 15%. По словам главы Национального банка Таджикистана, с января по июнь трудовые мигранты перевели 999 миллионов долларов. Это на 174 миллиона меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Джамшед Нурмухаммадзада отметил, что уменьшение валютных поступлений негативно сказалось на курсе национальной валюты сумуни. С начала года его курс по отношению к доллару упал почти на 6,5%. В то же время главный банкир страны указал на незначительное улучшение показателей денежных переводов за июнь. Денег в Таджикистан перевели больше на 0,7%.
В начале мая президент Таджикистана в ходе переговоров с руководством Международного валютного фонда рассказал о критическом спаде денежных переводов от трудовых мигрантов. Тогда Эмомали Рахмон сообщил о 50-процентном спаде в марте и апреле. Учитывая это положение, правление МВФ выделило Таджикистану 189,5 миллионов долларов. Два крупнейших банка Таджикистана, Тоджиксодиротбанк и Агроинвестбанк, до сих пор не вернули деньги своим вкладчикам. Эти банки вот уже 5 лет находятся на грани банкротства. К сегодняшнему дню они должны были полностью рассчитаться с клиентами, но из 46 миллионов долларов выплатили менее половины. Как вкладчики пытаются вернуть свои накопления, расскажет Анашир Ванарипов. Мирзохуджа Саматов уже 5 лет пытается получить свои деньги, которые он вложил в разорившийся и закрытый сегодня Точпромбанк. Мужчина даже писал письма президенту, а затем мэру Душанбе, сыну главы государства. Все его обращения публиковались в СМИ. После каждого его допрашивали сначала сотрудники отдела МВД по борьбе с терроризмом, а затем уголовного розыска. Но, по словам Саматова, его так и не смогли ни в чем обвинить. Сам президент Таджикистана неоднократно призывал население, граждан Таджикистана, чтобы вкладывали в банки Таджикистана, чтобы во имя процветания республики, во имя, чтобы дети при совершеннолетии достойно могли учиться, достойно были жить. Я поверил в президента Таджикистана, я поэтому пошел на этот шаг. Я все, что было нажито родителями, я продал и вложил в Точпромбанк. Саматов говорит, что его вклад около 2 миллионов сомони. Это примерно 200 тысяч долларов. В месяц ему выплачивают по 200-300 сомони. Время от времени ликвидаторы Точпромбанка предлагают расчет с собственностью банкрота. Либо дают не ликвид, либо квартиры по цене в 2-3 раза выше рыночной. Если рыночная цена по городу сейчас квадратного метра от 350 долларов до 500 долларов. Как я могу взять по завышенной цене эти квадратные метры по 900 долларов? Глава Нацбанка обвинил Самадова во лжи. По словам чиновника, мужчина получает в месяц не меньше 1000, а то и 2000 сомони. Это почти 200 долларов. Но у Самадова есть все квитанции. Таких денег ему за раз не выдавали. Глава финансового регулятора настаивает, если Самадов так хочет получить свои деньги, пусть берет имуществом. Они не хотят получать взамен своих денег имущество предлагаемое. Несколько раз они предлагали. Ну, теперь мы должны подождать, чтобы они реализовали свои имущества и потом предоставили им суммарное выражение деньги. С начала года два проблемных банка вернули вкладчикам порядка 20,5 миллионов долларов. Сумма внушительная, но если учитывать, что на ноябрь прошлого года задолженность одного только Тоджиксодиротбанка была порядка 46 миллионов долларов, это не так уж и много. Ведь по разработанному властями плану со всеми вкладчиками должны были рассчитаться уже сейчас. Но помешал коронавирус. При этом никаких последствий для банков за нарушение сроков выплат не последовало. Сообщения закрылись, дороги закрылись. Не могли войти, закончить свои ранние переговоры. Время придет, время покажет. Но это не отнимает, как говорят, ответственности этих банков, чтобы они, как говорят, выполнили свои обязательства перед депозитаром. Если два крупных банка, Тоджиксодиротбанк и Агроинвестбанк, со своими обязательствами кое-как справляются, то, по словам Самадова, многие вкладчики Точпромбанка уже отчаялись и даже не пытаются получить свои деньги. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного канала «Настоящее время» в Ютубе. Всего доброго. До встречи. Это село Тушиловка в Дагестане. Стоит оно практически на берегу Каспийского моря. Здесь толком нет никакой воды. А потому что в Тушиловке просто перестали чистить те мелиоративные каналы, которые были построены еще в советское время для водоснабжения совхоза. Зато здесь есть простой рыбак Виталий, который решил, что это несправедливо и нечестно, и начал бороться с местными чиновниками и администрацией за свое право на воду. А Виталий свою борьбу не бросает и верит, что в Тушиловку вернется вода, жизнь, и что они даже построят свой пляж на берегу Старого канала. Правила драматургии – кто герой? Чем он занимается? И его внутренний мир?
Твой фильм о Нодаре.